Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся наушники Sennheiser Sport True Wireless. И сейчас мы разберемся, как на этих наушниках включить шумоподавление. Итак, для этого нам понадобится приложение Sennheiser Smart Control. Его спокойно можно скачать с Play Market. Мы переходим в это приложение, оно подключается к нашим наушникам. Здесь мы спускаемся немножко вниз. И у нас здесь есть местный эффект. Выключенный шумоподавление, можно включить его на средний уровень и на максимальный. То есть при максимальном уровне шумоподавления вы спокойно, ваш собеседник спокойно сможет слышать ваш голос, когда вы разговариваете с ним по телефону, а не окружающие шумы. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!